После стройки у нас осталось очень много поддонов. Мы решили попробовать сделать из них скамеечки или даже диванчик на место, где всегда жжем костер. Такие вот поддоны берем, отрезаем одну часть. Вот такую. Она идет на спинку у нас. Сейчас покажу, какие скамеечки. Отпиленные два поддона поставили друг на друга. Сейчас соединим, чтобы высота была чуть больше. После того, как обожгли всю мебель, мы ее покрыли лаком. Вот такой вот результат у нас получился. Мы очень довольны, нам очень понравилось. Вписывается в наш дачный интерьер. Дайте идею и себе, ставьте лайки, если понравилось.